Греция высказалась против введения новых санкций в отношении России. Москва уже ответила Греции своеобразным жестом благодарности. В Кремле заявили о готовности рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи Афинам, если такая просьба поступит. Об этом заявил глава Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов телеканалу CNBC. При этом Силуанов добавил, что Греция денег в России пока не просила. Также отмечу, что, несмотря на предварительный отказ от новых санкций в отношении России, греческая делегация поддержала решение ЕС о продлении срока уже действующих санкций.